Правоохранительные органы Молдовы, Украины и Польши раскрыли схему преступной международной группировки, специализирующейся на подделке и реализации сигарет. В результате совместной операции 14 человек были задержаны и впоследствии арестованы на 90 суток. Среди взятых под стражу 5 жителей Молдовы и 9 граждан Украины. Наблюдение за группировкой велось в течение 8 месяцев сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и прокурорами совместно с сотрудниками пограничной службы Украины и Польши при поддержке Европола. 26 ноября этого года в одном из населенных пунктов Польши была обнаружена подпольная фабрика по производству сигарет. В результате обысков обнаружено около 13 тонн табака, 13 миллионов сигарет общей стоимостью более 2 миллионов евро, материалы, используемые при пакетировании, записи в черновиках, где было указано время производства и количество сигарет, продуктов, а также техническое оборудование. Также на территории обнаружено 2 грузовых автомобиля, в которых находились сигареты, приготовленные для отправки клиентам. В настоящее время предпринимаются меры для выявления всех членов группы и привлечения их к уголовной ответственности. За совершенное преступление подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.